Привет-привет, с вами Лилия Донскова. Ну что, вы любите битвы, сравнения продуктов? Если да, то это видео вам понравится, потому что сейчас мы будем тестировать 4 продукта от компании Oriflame, которые предназначены для снятия макияжа, в том числе из глаз. Мы будем наносить, то есть я буду наносить косметику себе на руки и снимать разными средствами. Первое средство, моя любимая серия The One для снятия водостойкой косметики. Оно двухфазное, и я считаю, что это просто, то есть это не то, что я считаю, для меня это фаворит, мой любимчик, и я ставлю на него и буду надеяться, что он справится со всеми задачами. Второе средство, которое мне тоже очень понравилось, как снимает макияж, это гидрофильное масло серии Novage. Но макияж с глаз снимать мне не очень им приятно, но снимает хорошо, достаточно хорошо. И две мицеллярные воды. Одна мицеллярная вода из серии The One, ой, не The One, серии Optimals, а вторая Love Nature с овсом и ягодами годжи, вот, с органическим даже овсом. Итак, давайте посмотрим, кто же из этих кандидатов будет у нас чемпионом. Погнали! Итак, наши помощники сегодня — это тени серии The One, тени Refill, будем самые темные оттенки брать, карандаш черный The One, основа под тени, праймер, блестящие вот такие тени стойкие, далее подводка Giordani Gold, тоже черная, тушь серии The One, которую я сейчас как раз пользуюсь, взяла ее, потому что сегодня ей красилась, и кисточка для нанесения теней. Итак, все наношу и потом посмотрим, как это все будет удаляться. Поехали! Итак, я нанесла все обильно, густо, как обычно мы красимся. Это несколько оттенков теней и густенько, карандаш, много туши, много блесток, подводки много. То есть я нанесла сейчас все обильно, и нужно подождать, чтобы немножечко высохло, потому что мы ходим с макияжем целый день, и он впитывается, он становится такой крепкий, плотный, и поэтому я сейчас дам несколько минуточек для того, чтобы макияж наш, так сказать, схватился. А красиво, да, получилось? Такое все, ого! Ну, как смогла. Итак, давайте приступим. Начнем со средства The One для снятия водостойкого макияжа с глаз. Это средство двухфазное. Перед применением его нужно взбултыхать очень-очень тщательно. Открываем крышечку, потом берем ватный диск, смачиваем. Так как площадь большая, я вот так вот обильно смачиваю. И нужно просто положить на глаз. Ну, у нас не глаз, а рука, я кладу на руку. И нужно подержать. То есть подержать примерно 30 секунд. Я даже уже не считаю, потому что привыкло тело вот к таким движениям. То есть я прижала диск, подержала его, сама в это время рассматриваю свой второй глазик или о чем-то мечтаю. Ну, неважно, чем мы можем заниматься, всегда можно найти занятия. То есть вот я подержала, подержала. И вот так же аккуратненько я спускаю диск вниз. Так вот, раз. То есть смотрите, практически все удалилось. По краям я не прижимала, и там осталась косметика. Переворачиваю диск и легким движением руки убираю остатки. То есть вот так легко и просто мне удалось удалить макияж. Просто вот сами видели, за 30 секунд. Следующее. Так, убираем в сторону средства. Следующее, давайте попробуем... забыла, мицеллярную воду. Мицеллярная вода серия Optimals Hydra. Открываем, также беру ватный диск, так,
смачиваем также обильно, потому что площадь большая, ну не льется ничего с ватного диска, просто прижимаем и чуть-чуть держим и посмотрим, что сделает наш следующий продукт. Я редко пользуюсь мицеллярной водой, а вот дочка у меня ее очень любит, и практически каждый раз заканчивается флакончик, мы заказываем следующий. Раз заказывает постоянно следующий, значит хороший продукт. А напоминаю вам, что обязательно после того, как сняли макияж, лицо можно протирать также мицеллярной водой, обязательно нужно ополоснуть водичкой, просто чистой водой. Итак, то же самое спускаю вниз. Ну, смотрите, какой замечательный тоже результат. Кстати, подводка для глаз Giordani Gold, она очень плохо смывается. Здесь видите, мицеллярная водичка прям справилась на ура. Перевернула диск и стираю до конца. Вот прям чуть-чуть осталось, ну вот мы дотираем. Слушайте, тоже достаточно все чисто и комфортно. Вот такой вот у нас грязненький ватный диск. Где у нас номер два? Давайте положим по очереди, все поочередно будем расставлять. Так, следующая мицеллярная вода с органическим овсом и ягодами годжи. Она мне абсолютно новая, и я сейчас буду вскрывать пломбочку. Вот так вот, таким образом отрываем пломбочку, открываем. Мне очень нравится здесь открывашка, то есть если в этом случае нужно откручивать, и здесь тоже нужно откручивать, то здесь очень удобно. Мы просто откинули, взяли ватный диск, нанесли средство обильненько также. Кстати, хочу его понюхать, очень вкусно пахнет. Нанесла средство и делаю то же самое движение, прижимаю и держу несколько секунд, ну хотя бы полминуточки. Знаете, я один раз наблюдала такую картину, моя знакомая, которая мне все время заказывала средство для снятия макияжа, я видела, как она снимает макияж. То есть она берет ватный диск и сразу начинает тереть, то есть она не держит вот так вот, не дает возможности раствориться косметике, она сразу трет, берет следующий ватный диск, наливает на него средство, опять быстро трет, трет и трет. И я поняла, почему она мне каждый месяц заказывает такой флакончик. Объяснила ей, как нужно правильно пользоваться, счастью не было предела, очень довольная, и вот так и продолжает все время покупать у меня эти продукты. Так, снимаем аккуратненько вниз, спустили, я также прижимающая делаю легкое движение. Слушайте, тоже все окей, вот так, смотрите, раз, 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 все, и блестки все убирает, как бы претензий нет, смотрите, все чистенько, все хорошо, супер. Даже, мне кажется, чище, чем предыдущая мицеллярная вода. Обратите внимание. Вау, не ожидала даже. Так что я его не пробовала, этот продукт, на своем макияже. И осталось у нас последний кандидат в чемпионы. Это NovAge гидрофильное масло. Как им правильно пользоваться? Смотрите, мы берем одну капельку. Ну, тут, так как площадь маленькая, я вот так вот беру одну капельку, и мы его сначала наносим на сухую кожу, то есть кожу мы не смачиваем, мы наносим и делаем легкие массирующие вот такие вот движения. Даже этой капли оказалось очень-очень много, главное, чтобы она у меня не убежала вниз. Сейчас я возьму салфеточку и лишнее чуть-чуть уберу. Массируем, массируем. Мы там держали 30 секунд, поэтому здесь мы тоже делаем массаж небольшой. Я пока с вами пообщаюсь. Я вижу, что вот тени мгновенно растворились. Подводка начинает растворяться. Карандаш тут же ушел быстро. Вот подводка, она такая коварная, но, кстати, она не растворяется, вот не размазывается по коже. Она интересна, как она снимается лохматками, как тушь наша термостойкая, вот она тоже так же смывается. Растворяем тушь, смотрите, пошло растворение туши, при этом идет такой массаж, но мне вот на глазки не очень понравилось, как бы жирновато и глазам было некомфортно. То есть все, что я до этого пробовала, как бы глаза реагировали, ну, нормально. Так, теперь нужно намочить пальчики и вспенить маслица, смотрите, оно становится беленького цвета. Продолжаем делать массаж. Так, если будет капать на салфетку, продолжаем делать массаж
Помассировали. Вот подводка держит, смотрите, какая она, ух, смелая. Так, и я сейчас с ним просто смываем водичкой. Я вот так ватный диск смачиваю водички и протираем. Все чистенько, смотрите, как хорошо. Осталась только подводка. Ее не удалось вот так вот просто растворить. Ну вот я ее дотираю. Смотрите, осталось. Итак, что скажем? Давайте делать выводы. Первые три варианта шикарно справились с удалением жесткого макияжа, где мы использовали абсолютно все такое смелое. Это карандаши, много туши, много подводки, много темных теней. А вот гидрофильное масло все же не смогло справиться с подводкой. Это было единственное ее как слабое звено, так скажем, да. Но это сложный действительно продукт для того, чтобы его удалить с глаз. Поэтому делаем выводы. Любой продукт, который вам нравится, вы можете заказывать, или вы выбираете его по ценовой категории, да, себе присматриваете, либо вы любите что-то вот с натуральными такими компонентами, как, например, у нас ягоды годжи и органический овес. Вот, или вы любите масла, то вы выберете гидрофильное масло. Но мой чемпион все же остается, мой любимчик, это средство для снятия водостойкой косметики. Ему я изменять точно не буду. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой у вас любимый продукт для снятия макияжа, что вы предпочитаете, и просто буду рада любой обратной связи. Если видео полезное, ставьте лайк. И до новых встреч на нашем канале. С вами была Лилия Донскова. И много-много-много кандидатов в чемпионы. Вот они, красавчики наши. Пока-пока!